Пока, малыш. Пока, малыш. Бусь-бусь. Бусь-бусь. Тут хорей-то бегает. Буся, иди сюда. Иди, солнышко. Иди, иди, иди. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Угу. Хорей-то. Хорей-то. Увидела корм. Подползает. Медленно. Привет, мои любимые, добрый, прекрасный воскресный день. Всем привет из Великого Новгорода. Все тает, я посмотрела, минус 2 градуса мороза. Смотрите, как сосульки позамерзали на веточках. А небушка просто шикардос. Красота. А там далеко солнышко. Видите? Домик как сверкает. Красотища. Вообще. Такой запах. Я вам не могу передать, мои любимые. Так, костерка. И какой-то свежести, и весны, и запах детства. Вот я родилась в своем доме, и у нас окна были наполовину в земле. Понимаете, как эти? Помните, кто читал рассказ в детстве «Дети подземелья»? Вот точно как мы. Небушка обалденная, просто сказка. И я помню, когда я сидела в манеже, ну в этой, в детской кроватке, одни лыжники. С утра прям вижу этих лыжников. Ходят и ходят. Где-то снег нашли, катаются. Вот. И окна были под землей. И я помню, я в манеже так стояла. У меня сзади еще был ковер с такими оленями. Я очень хорошо помню и цвета, и какой он бархатистый. Я его пальчиками трогала. Я стояла в манеже, смотрела в окно, а там ноги ходили, люди, представляете? И иногда под вечер, очень-очень редко и не в любое время года, к нам в комнату заходило солнышко. И вот когда утром просыпалась, я помню, был такой запах утром сырости, вот какой-то земли, знаете, такой сырой земли. И сначала был запах такой влажной газеты. Не знаю, кто нюхал газету такую мокрую, когда она долго лежит и пропитывается водой. А потом до меня начинал доходить запах с кухни уже разожженной газеты и... дров и печечки. Ну, а потом запах еды. Там бабушка или борщ варила. Почему бабушка? Потому что мама всегда работала. Она была хоть и многодетной, но одна нас всех поднимала, и поэтому она всегда работала. А с нами сидела бабушка. И как я вам рассказывала, меня привязывала за ногу, потому что Олег, брат мой, который на год и 2 месяца меня старше, он был такой пышка, и его вот куда посадишь, там можно прийти и вечером забрать. А я была такая мелкая, худая и очень-очень была худенькая. Я вам говорила, у меня до 7 класса в школе была кличка Кнопка. Вот. Меня вот тут посадишь, не успеешь отвернуться, повернуться, меня уже нету. Я была как Юла или как Шила. Бабушка мне говорила всегда, что я Шила. Поэтому она меня привязывала за ногу к столу.
тишина. Вообще. Такие красивые облака. Вот. Где-то, наверное, с полтора года привязывала за ногу. А потом, когда я уже стала постарше, когда мне было уже, наверное, года два, я научилась отвязываться. И отвязывалась, развязывала эту веревочку. А бабушка меня привязывала и шла в магазин. Собачка выскочила. Как Хорита счастливая. В магазин или на рынок бабушка шла за продуктами, оставляя меня там под столом привязанной. А я отвязывалась, вылазила в форточку на кухне, залазила на дерево. У нас прямо здесь под, ну, возле дома на крышу аж лежали ветки. Абрикос, старый такой раз, старое абрикосовое дерево. Очень вкусные, огромные такие были абрикосы. Вот именно не жердели, а абрикосы. Я не знаю, кто прививал это дерево, но плоды были обалденные. Я помню, я так держала в ладошке. Ну, я тоже маленькая была. Но они были огромные. Абрикосы сочные. И всегда с них ела тоже косточки. Разбивала кирпичом и ела. Вот, и я залазила на это дерево, на крышу. И сидела там, ну, смотря какой сезон. Или ела абрикосы, или просто наблюдала, не возвращается ли бабуля. И когда я видела, что моя бабушка Клава уже идет, где-то там у нас был забор, а за забором там дорога, проспект Металлургов, а там с той стороны, если она идет, то ей надо еще перейти дорогу, дойти до калитки, потом пройти расстояние двора. А я успевала за это время как кошечка шмыгнуть с такого вот дерева и залезть назад в форточку, закрыть форточку, привязать ногу свою снова к ножке стола и сидеть, делать вид покорности, чтобы не расстраивать бабушку. Вот, один раз бабушка меня спалила. Она пришла и так ко мне говорит: внучечка, ты хочешь кушать? Наверное, моя дорогая. Вот. И потом посмотрела мне на лицо, а у меня все лицо было так в абрикосах. Она так посмотрела, говорит: а что это такое? Ах ты такая! Короче, она меня попалила, с тех пор перестала привязывать. Смотрите, какая принцесса тут стоит. Слепил кто-то. Может, дворнику мало было работы. Он тут вот это все поразгребал. И для людей с любовью слепил такую принцессу. Смотрите. Конечно, я шучу. И вообще не думаю, что есть такие дворники. Тем более в Великом Новгороде. Может, в Питере и нашелся бы. А здесь вот, правда, не уверена. Нет, я ничего против не имею, против новгородских дворников. Просто вот, что ли, сам город людей как-то обрезает. Мне даже кажется, что меня иногда тоже. Я пришла за сахаром, мои любимые. У меня нет сахара. Я хотела сделать блинчики. Потом думаю, а можно без сахара? Потому что можно есть с вареньем. А можно там еще что-то. Ну, короче. Не знаю, короче. И нет моющего средства у меня закончилось для посуды. Так что сейчас будем искать, что можно купить
За 100 рублей. Вот это, по-моему, сахар. Ага, сколько он стоит? Давайте глянем. Не вижу я тут цен. Та-ри-да-там. Та-ри-да-там. Да-да. Вот правда не вижу. Где цена на сахар? Нету, там ничего не написано. Сколько он стоит, кто знает. Рассыпается. Та-ра-да-та. Вот такой не хочу. Хочу вот такой. Где ж на него цена? Где ж на него цена? Ой, блин, там сыпется что-то с пакета. Такое чувство, что все пакетики порванные. Вот такой сахар. А вы не знаете, сколько такой сахар стоит? И нету цены. А здесь есть, если а, не знаю. А, есть, можете, да? Ага, спасибо. Чуточка такая больше продвинутая, чем я. Я же говорю, я тут тупею в этом Новгороде. Ну, давай. Давай, Люся. Вообще жесть, не знаю, куда приставлять даже. О, наверное, тут где-то. Ну. 52 рубля 99 копеек. О, благодарю вас. 52 рубля. Короче, 53 рубля. Так. Теперь мне надо моющее средство найти, чтобы уложиться. Прямо здесь. Чтобы уложиться. О, есть моющее средство 21 рубль. Прикол. Мне это вот на один или на два дня. Так как я мою. Та-ра-да-тай. Ну а что делать, мои любимые? Средство радуга для мытья посуды. 54 рубля. Возьму средство радуга. Почему нет? Гулять так гулять. Ого, очередь. Ого. А может, можно самой оплатить? А, там только по картам. А у меня 100 рублей налички. Ты мне слово одно подари, над которым не властны века. Тетечка впереди меня виноградик купила. Счастливая. Счастье вдруг. Веришь или не веришь? И бусики надо было еду купить. Ну, бусики еду. Зато у меня есть пакетик. Вот так вот. Жизнь удалась. Мороженка. Такое мне нравится. Мороженка. Люблю вас, мои хорошие. Всем божественного дня. Чудесного воскресного настроения. Очень-очень люблю вас. Спасибо. Что вы здесь?